Главный военный прокурор Украины Анатолий Матіос прогнозирует, что украинские суды в ближайший месяц вынесут около 15 приговоров подозреваемым в причастности к разжиганию конфликта в Донбассе. В ближайший месяц мы предусматриваем, что будет до 15 приговоров украинских судов, сообщил в среду на брифинге Матіос. По его словам, на данный момент главная военная прокуратура расследует более 3000 уголовных производств по разным статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых создание террористических организаций, незаконных вооруженных организаций. Ранее Матіос заявил о планах создания региональной военной прокуратуры в зоне спецоперации на Донбассе.